Дима, привет! Дима, привет! Долгожданная встреча. Дмитрий Устинов, гордость студии, участник проекта «Голос дети». Людмила Георгиевна сыграла большую роль в становлении его как артиста. Она является как второй мамой, только я ее подразумеваю как творческой мамой. Несмотря на то, что я уже давно занимаюсь у других педагогов, их даже несколько, да, все равно Людмила Георгиевна для меня это тот человек, который стал моей землей, стал тем, от того, чего я оттолкнулся. Людмила Георгиевна как локомотив двигает вперед свой коллектив. «Дети солнца» выступают не только в округе, но и на самых престижных площадках страны. Люблю приглашать их на наши концерты, потому что участие «Детей солнца» в любом концерте, оно украшает этот концерт и доставляет огромное удовольствие зрителям. Они стали брендом не только Одинцовского центра эстетического воспитания, они стали брендом Одинцовского городского округа. Их знают действительно везде. И имя руководителя Анисимовой Людмилы Георгиевны в данной ситуации срабатывает как флаг на хорошо поставленном корабле, который двигается заданным курсом, идет к намеченной цели. За эти годы немало побед в копилке коллектива, и не только. Ежегодно руководители и исполнители записывают музыкальные альбомы, где ребята демонстрируют свое вокальное мастерство. Здравствуй, дом, здравствуй, даль, здравствуй, радость и печаль, здравствуй, мы, здравствуй, ночь, здравствуй, светлая любовь. Много очень побед у нас в конкурсах. Много выступлений, очень много выступлений, просто вот еле успели подготовиться, потому что выступление за выступлением, выступление за выступлением. Юбилейный концерт вокальной студии «Дети солнца» длился 3 часа. Вокалисты, а их более 100, радовали зрителей своим исполнением. Немало было и гостей, которые пришли с творческими подарками. Лет на сцене, 15 лет успеха, и это только начало. «Дети солнца» основательно закрепились на творческом небосклоне. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».